Привет, народ, знаете ли вы, что происходит? Вчера, 17 июня, завершилась, возможно, одна из величайших игровых историй. Великая сага The Longest Journey. Вышел последний эпизод игры Dreamfall Chapters от команды Рагнара Торнквиста Red Thread Games. Для меня это одна из двух игр, которые я очень лично долгое время ждал. Первая игра была Half-Life 3, а вторая как раз Dreamfall Chapters. То есть, естественно, я жду много игр. И ждал, и сейчас жду огромное количество прекрасных игр. Но так, чтобы лично каким-то образом сильно переживал за будущий выход игры, это было у меня только как раз двумя проектами. И одна из этих игр — это как раз Dreamfall Chapters. И вот сейчас, когда Dreamfall Chapter завершился, вышло 5 эпизодов, вчера вышел последний, финальный, великолепный эпизод, есть такое ощущение, что мне даже и не нужно больше ждать Half-Life 3. Та пустошь, которая образовалась за эти долгие годы ожидания Half-Life 3, и которая разрасталась все более на почве отсутствия новостей, отсутствия какой-либо информации о новой игре Valve, она сейчас полностью за один день буквально заросла прекрасным миром Dreamfall Chapters. И сейчас я полностью заполненный, как эта пустошь, уже не вижу смысла ждать Half-Life 3. Настолько сильно меня удовлетворило, настолько сильно меня заполнило Dreamfall Chapters. И в этом видео я бы как раз хотел бы немножко поагитировать, просто не имею права не сделать это, поагитировать вас, купить и тоже присоединиться к этой огромной бесконечной истории. Вчера, на самом деле, я был куда более эмоциональный, я просто ничего не мог делать. Я целый день сидел и с шокированным лицом не понимал, как дальше жить-то да вообще. Что теперь? Все, Dreamfall Chapter вышел, а что дальше-то делать-то? Зачем еще что-то нужно-то делать? Ждать что-то, какие-то другие фильмы, игры? Зачем это все нужно, если Dreamfall Chapter завершился, история, которая длилась, внимание, 18 лет, окончилась? Сейчас я агитирую это, понимаю, что здесь уже любой новый человек, который решит сыграть Dreamfall, решит сыграть предыдущие игры, что делать нужно обязательно, чтобы почувствовать историю полностью, скорее всего, уже не сможет получить полный спектр эмоций, не сможет получить так называемый full experience от всего этого путешествия и от приключения. Это я понимаю, но тем не менее, если вы все же готовы, то Dreamfall... Серия Dreamfall и The Longest Journey — это то, что вам нужно сделать прямо сейчас. The Longest Journey продается вместе с Dreamfall, The Longest Journey, старые игры, первые две части серии, продаются сейчас на GOG совершенно по смешной цене. В сумме вы можете купить эти две великие игры, не побоюсь этого слова, за 168 рублей. И по такой же цене можно купить Dreamfall Chapters, последний эпизод, который вышел буквально вчера. Сейчас в Steam скидка до сих пор действует, 168 рублей. Я считаю, что это... абсолютная несправедливость, потому что Dreamfall Chapters явно заслуживает больших денег. Конечно, вы можете спиратить все эти три игры, но давайте я даже не буду на эту тему что-либо говорить, это просто у меня в голове не укладывается. Так или иначе, вы можете сейчас просто взять и сделать это. Все еще, если откинете все какие-то предрассудки, откинете сомнения, которые могут связаны быть с тем, что... О боже-то мой, одной игре уже 17 лет, а другой 8 с лишним лет. Как в них сейчас играть-то? Можно. Можно играть, если закрыть глаза на графику, то есть то, каким образом игры немножко кажутся устаревшими. Главное в Dreamfall, главное в The Longest Journey — это история. И в Dreamfall, The Longest Journey 2006 года, и в Dreamfall Chapters нет выдающегося геймплея. Туда за ним идти не нужно. У всех трех игр есть проблемы, но тем не менее, если... переступить через некоторые проблемные моменты, которые не так важны, то можно получить все равно незабываемый опыт. Я очень хочу, чтобы как можно больше людей сыграло в эту прекрасную, великую серию. Больше людей узнали, что это за волшебная история и почему игры могут действительно рассказывать такое, что становится неотъемлемой частью жизни. Наверное, для меня Dreamfall все же даже не одна из любимых игр, а, наверное, самая любимая, близкая сердцу игра. Это очень эмоциональная, очень личная история. Настоящее приключение. Заклинаю вас, попробуйте и сами, и вы не пожалеете об этом. Узнайте, что такое The Longest Journey.